Алло, Вениамин Вениаминович, я работу закончил, так что на сегодня уже, наверное, все. Ну да, хорошо, да, давайте, да, счастливо. Счастливенько, да. Тук-тук-тук. Да-да. Ух ты, ух тышки, ух тышки, ух тышки. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Фу. Ну? Еле дошел до вас. Видно, видно. А. Помогите, чем можете. Поможем, чем можем. Я смотрю по движениям, вы либо директор отбойного молотка, либо играете в ансамбле на банджо. Да? Шучу, шучу. А, ну, чем занимаетесь? Да я... Какой я банджо? Я лепщик. Что лепите? Понял-то Горбатова. Не надо отвечать. Видно по поведению, что вы лепщик. Ну что, что? Давайте тогда вас как-то зафиксируем. Да. Давайте на бумаге. Фамилия? Фамилия. Фамилия Козлов. Козлов. Уж не Иван ли? Иван, а как вы догадались? Ха, говорила сестрица Аленушка, не пей, братец Иванушек. Козленочком станешь, да. Так, шучу. Значит, да а... нет у меня никаких родственников, правильно, я вижу. Один пью. Да. Один пью. Один и пьете, так. Сколько лет употребляете? Так, честно. 15, что-то 16, 17, 18, что-то так, 18. Так и запишем, больше 30 лет. Ага. Но нам еще, как говорится, до пенсии далеко, сейчас же пенсионный срок увеличили, так что перспектива есть. Шучу, шучу. Значит, расскажите мне, был ли какой-то позыв вот, к алкоголизму, какой-то, знаете, толчок был ли, не был ли? Да, толчок был сильный. Кто толкнул? Жена. Жена толкнула, так. Сильно толкнула? Да, сильно толкнула, сильно. Ушла от меня. Ушла. Ну, милый мой, я бы наоборот радовался. Шучу, шучу, но так бывает. Да, ушла. Потом пришла. Потом пришла. Но пришла не одна. С кем пришла? С детьми, с четырьмя. Дети ваши? Нет, не наши. Чьи? Один афроамериканец. Мама. Второй латинос. Мама дорогая. Третий кореец. Дорогая моя мамочка. Четвертый вьетнамец. А наших не было? Ну это я смотрю практически сборная по футболу Франции. Шучу, шучу. Так, давайте, сколько вы выпиваете в день? Дневная норма какая? Полтора. Полтора. Полтора чего? Литра. Литра. Так. Все полтора доносите или в дороге теряете? Теряю. Теряете. Так. Сколько теряете? Пол-литра. Значит, литр все-таки доходит и оседает. 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 Да помогите, чем можете. Судя по вам, вы нигде не работаете, да? Да, нигде не работаю. Ну, а нескромный вопрос. Где мы, как говорится, денежки берем для того, чтобы по литру доносить? У соседей занимаем. У соседей занимаем. И что соседи надают? Дают. Я у разных занимаю соседей. Это как в песне. В нашем доме поселился замечательный сосед. Вы про торпеду «Искандер» слышали? Торпеда «Искандер». «Искандер», торпеда. Нет, «Искандер» как-то не очень. Вот про тополь слышал. Так. Про кинжал слышал. Так. А про «Искандер» как-то... Ко мне это как относится? Ну, как относится? Вшиваем вам торпеду, как говорится, на несколько лет и ждем. Чего ждем-то? Когда взлетит. Шучу. А нельзя, как говорится, просто еще попроще, как говорится, способы. А?
доктор. Можно дозу уменьшить. А, да. Дозу уменьшить где-нибудь так до литра, потому что, хотите или нет, литр он делится пополам ровно, понимаете? На две порции. Так вот. Это совсем другое это дело. Это другое давайте дело. Давайте уменьшим дозу и все. Так мы ее можем уменьшить прямо сейчас, потому что... Вот, я должен вам сказать, что я, честно говоря, не медбрат. А кто вы? Я, Ваня, брат тебе по оружию. Я слесарь, здесь была протечка, кабинет залило, я все отремонтировал, доложился, что работу сделал, сейчас иду отдыхать. Ну, могу совместить мой отдых с вашим лечением. Так, лечиться? Так лечиться! Да, лечиться никогда не поздно. Подожди секунду, подожди секунду. Михалыч, я беру отгул на неделю. Я согласен. Пойдем? Согласен. Держи, Ваня. Идем. Держи. Идем. А я с тобой. Идем. 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 Лечиться. Так, лечиться. Лечиться мы умеем. Так. А сейчас я хочу...